Киева, Евразии. Совсем недавно он начался. Я покажу вам, как он проходит. Пока просматриваются фильмы по номинациям. Тут же проходит у нас и форум Оренбуржье, сердце Евразии. И вот в рамках этого форума проходит у нас финал. Ведущим финала является телеведущий Первого канала Антон Привольнов, который открыл наш фестиваль. Финал начинающийся естественно, гармонично с природой в образ жизни. Чтобы ощутить домашний комфорт после длительных насыщенных вот Антон Привольнев в роли ведущего сидит. Развести костер. Жюри наше. Каждый наш вечер был наполнен этими простыми опытами. А после всего мы сидели, откинувшись на раскладных стульях, натянув покрепче шапки, дыша за вокруг, и не могли позволить себе оторвать глаз. Хорошая фестиваль, хорошая организация. Недостаточно крупный форум проходит в Оренбурге 2-3 числа. Сегодня презентация идет роликов. 3 числа будет награждение победителей. Как покажет на этом форуме, на этом фестивале мой ролик про остров Путятин. Посмотрим. Пока его еще не смотрели. Поэтому я решил немножко походить и показать вам. Северная сказка Карелии. Я хочу пригласить к нам Алексея Бондаренко. Алексей. Ау. Конечно, после того, как Светлана жестко поговорила сейчас, теперь уже там никто не пойдет. Все будут бояться. Ну что вы, Света? Алексей! Алексей! Хорошо. Хорошо. Мы идем дальше. Ролик рассматривается, потом приглашается его автор. Мы видим видеоролик легенды, увы, Евгения Александровна Медведева. Мы сделаем видеоролик из Удмуртской Республики. Давайте посмотрим на экран. Начинается другой ролик. Ну а я на этом заканчиваю. Между седым и глупым.